Всем привет, всем здравствуйте! У Брамина новые цвета. Сейчас пробегусь по ним, покажу вам, какая прелесть. Правда, все без скидок, но цвета есть. Вот он, этот браминовский рай. Вот такая здесь красота неземная. Все они по ценам на сайте заметны. Но вот это все новые цвета. Так, здесь у нас немного цветов, которые мы уже видели. Посмотрим. Ой, извините, тетя громко говорит. Посмотрим, что здесь добавилось в цветах. Эти машиночки были. Здесь кошелечки желтенькие добавились. Или это было? Зеленый крокодильчик точно добавился. Браминовский крокодильчик. Вот это новые цвета. Вау! Вау, я люблю такие. Это прям мои любимые. Вот такие. Вау! Красивые, волшебные. Вот такие они. Вот одна единственная марго здесь есть, комбинированная в магазине. И все, и больше марго нет. Ну и раз мы уже делаем обзор новых цветов, то заодно вспомним, какие старые цвета. То есть вот они черненькие. О, нет, марго черненькая есть в магазине. Не было, значит, завезли. Это вот там я хочу показать вам все, что есть по Брамину из старых коллекций. И еще раз напомнить, что же осталось у Брамина на скидках. О, кстати, вот новый цвет. Вот это новый цвет. Вот этот сахар. Совсем новый цвет. Я его называла, что сахар-сахар перед этим. Но это были другие цвета. Вот они на скидках есть. Но те цвета не сахар. А вот эти сахарные, они блестят совсем по-другому. Эти без скидок сумочки. И со скидочками вот эта витрина. Мы ее все знаем, уже смотрели. То есть на сегодня, на 15, наверное, апреля. Вот эта витрина со скидкой 30%. Вот это все, что есть. Со скидкой 30%. Пекан весь разобрали. Единственное, что осталось из цвета пекан, это рюкзачок марго и вот такая сумочка. Это со скидками 30%. И есть еще, напоминаю, также две сумочки со скидкой 50%. А, ну они две одинаковые. Нет, они разные по размерам. Вот они. 157,50 на эти 50% скидка. Вот. И вот на эти три гладких.